Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие учителя и воспитатели! Каждый из нас передать вам готов тысячи добрых и ласковых слов от ваших вчерашних, от нынешних ваших, от завтрашних ваших учеников. Мы сегодня от имени юности счастливой, от имени звонкого детства все вместе вам говорим спасибо. Сегодня мы отмечаем два замечательных праздника – День дошкольного работника и День учителя. В календаре эти праздники по соседству, и в жизни детский сад и школа – звенья одной цепочки. Это поистину всенародные праздники. Группу детского сада самыми бурными аплодисментами. Делает жизнь ребенка в детском саду и в школе интересной и насыщенной, комфортной и безопасной. Здесь те, кто посвятил себя служению детям. И мы искренне поздравляем вас с профессиональными праздниками. Для поздравления педагогов на сцену мы приглашаем заместителя мэра Иркутского района Видора Юрия Романовича. Вечер, добрый день. Ну, поверьте, мне очень волнительно здесь быть перед вами. Очень приятно. Хотел сказать, Большерецкое муниципальное образование. У нас большой речки. Я хочу пригласить на сцену Марию Сергеевну. Вас. Анастасия Сергеевна тоже вас. Во-первых, в вашем лице поздравить всех работников дошкольного образования, которое прошло недавно. Анастасия Сергеевна, приветствую всех вас. Давайте сначала зачитаю. Муниципального образования Синькова Виктора Юрьевича. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие учителя, педагоги, гости. В этот год наставника и педагога хотелось бы поздравить вас с Днем Учителя и Днем Дошкольного Образования. Вы на самом деле за ваш неоценимый труд, низкий вам поклон. Вы, можно сказать, будущее воспитываете и учите наших детей. От этого зависит, как будет развиваться наша страна в дальнейшем. Смотрим в будущее вместе с вами.
Уважаемые дошкольники, поздравляем вас с прошедшим праздником. И от лица всего коллектива выражаем вам огромнейшую благодарность за то, что вкладываете в ребят частичку себя, мудрости, души, всех тех ценностей, с которыми они к нам приходят в первый класс. Для нас они малявочки, а для вас они уже такие взрослые выпускники. Спасибо вам огромное и с праздником! Дорогие учителя, учитель – это не просто профессия, это призвание сердца, души и ума. Вокальные коллективы «Радуга» и «Озорные нотки» с песней для вас, учителя. Встречаем! Навстречу ветра в океане.